ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Когда в столичном театре имени Станиславского с довольно заметным шумом прошел спектакль «Семеро святых из деревни Брюха» по пьесе Людмилы Улицкой, мало кто из столичного бомонда знал, что пьеса эта имеет что ни на есть документальную основу. Заказанная французами 22 года назад этнографическая пьеса о жизни простых людей с самого чрева России должна была показать загадочную русскую душу, которая вновь вошла в моду на Западе. И о ней мы поразмышляем по ходу очерка. Однако, если в театре это трагикомедия, то в настоящей жизни это была самая настоящая драма из нашего недалекого прошлого. Автор лишь слегка изменил число героинь до названия села. И зрители, следившие за перипетиями происходящего на сцене, даже не подозревали, что прототипом деревни Брюха является вполне реальное село Пуза. С 65 года это Суворово, расположенное в 18 километрах от Дивеева. И что в Суворовском храме действительно покоятся мощи святых, абсолютно реальных женщин. Летом нынешнего года исполняется 17 лет со дня обретения святых мощей блаженной Евдокии и ее келейниц Дарьи, Дарьи и Марии. А ведь они почти что наши современницы, которые до 19 года жили среди наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. И, возможно, чьи-то родственники даже встречались с ними и разговаривали. Ныне в сонме святых новомучеников и исповедников российских старица Евдокия занимает особое, исключительное место. Почему? Ведь каких-то героических деяний, подобных подвигам того же Суворова или праведного воина Федора Ушакова, она не совершала. Она просто молилась, да была не как все, за что ее и расстреляли. Так вот, каждый сам, осознанно или бессознательно, решает, в чем смысл его земного бытия. Эти простые суворовские женщины вполне осознанно выбрали смыслом своей жизни – служение. Ну а пути служения могут быть разными. Защита Родины, например, однако самый необычный и для многих малопонятный путь служения, служение Богу и людям – юродство. Он, наверное, для самых сильных. Авдотья Александровна Шейкова родилась в селе Пуза в крестьянской семье 11 февраля 1856 года. И с малых лет она ходила к святыням монастырским в Саров, в Дивеево и Понятаевку. Кто знает, как сложилась бы ее судьба, если бы, когда ей минуло 20 лет, она не заболела весьма сильно и не слегла. Болезнь-то она пережила, но с тех пор уже больше не вставала. Не вставала целых 43 года. Это уже в наше время ученые установят, что Дуня была в состоянии ходить. Однако она добровольно заковала себя в вериги и приняла подвиг юродства Христа ради. Один из труднейших христианских подвигов. В нем и совершеннейшее нестяжание, и постничество, и отказ от своего разума ради того, чтобы иметь ум Христов. Живя в обстановке внешнего беспорядка, пренебрежения к виду одежды, чистоте плоти, оборванные, нечестные, неумытые, юродивые показывают нам, что существует иной мир, иные ценности и смыслы, иные отношения между людьми. Не случайно российские самодержцы, включая неистового Ивана Грозного, вот, между прочим, село Пуза образовалось во время его третьего похода на Казань, позволяли юродивым говорить все, поскольку понимали, что перед ними не простые люди, а Богом избранные. Их устами говорили небеса. Наверное, точно так же думали наши бабушки, прабабушки и другие предки. Но это коробило и бесило тех, кого Достоевский называл бесами. Поверьте, никто не призывает к
повторению внешнего, столь странного, на взгляд обыкновенного человека, образа жизни. Однако, размышляя, как выбраться из трясины грехов и направить свой путь в сторону чистоты и света, мы начинаем искать некий подручный материал, который бы помог направить нам себя по этому пути. А примеры святого служения призваны помогать людям держаться на плаву в трясине жизни. Ну а что еще? Наверное, долг перед детьми, родителями, родными, близкими. А еще вера, надежда, любовь, что-то чистое, светлое, святое. Согласитесь, что в душе народной есть какое-то бесконечное искание невидимого града Китежа, небесного Иерусалима, незримого дома и правды Божией. Однако бездонная глубь и необъятная ввысь частенько сочетаются с низостью, а бесконечная любовь к людям – жестокостью и человеконенавистничеством. Но, возможно, здесь, как заметил Николай Бердяев, и кроется тайна русского духа. Дух этот устремлен к последнему и окончательному, к абсолютному во всем, к абсолютной свободе и абсолютной любви. И в то же время люди готовы мириться с грязью в жизни обыденной. Середины нет. Поэтому и трудно русским создавать культуру относительную, которой всегда есть дело предпоследнее, а не последнее. Западные народы стараются жить по закону, а мы по совести, зачастую пренебрегая светскими законами. Поэтому Русь святая всегда имела своей оборотной стороной Русь звериную. И в этой российской вольнице без Бога и царя люди проявляли свою сущность по-разному. Убивали, воровали, то есть прямо и откровенно жили вразрез с заповедями. И даже в селе, расположенном вблизи трех монастырей, на земле, облагодетельствованной молитвами преподобного Серафима, народ стал стыдиться звания христианина. Сейчас-то мы знаем, что таких мучеников, пострадавших за веру Христову, было многое множество на Руси после революции. В каждой губернии есть свои святые, канонизированные, и те, кто еще ожидает своего прославления. Да, здесь мы стоим перед вечной загадкою. Ангельская святость и звериная низость – вот вечные колебания русского народа, неведомые средним западным народам. И колеблется русский человек между началом ангельским и началом звериным, мимо начала человеческого. Нашему человеку часто представляется, что если нельзя быть святым и подняться до сверхчеловеческой высоты, то уж лучше оставаться в свинском состоянии. И не так уж важно, быть ли пьяницей или трезвенником, мошенником или честным. А так как сверхчеловеческого состояния святости достигают лишь единицы в столетие, то очень-очень многие не достигают и человеческого состояния. Ну, вернемся в Суворова. Надо сказать, что на Евдокию и до революции были гонения. Не все понимали и воспринимали ее. Добро и зло постоянно находятся в противоборстве. А что уж говорить о послереволюционных годах, когда новые власти видели, как из разных губерний шел и шел к Евдокии народ с верой и надеждой. И еще не с пустыми руками. В сенях было, как на складе, хлеб, рыба, мед, варенье, и все было раскрыто. Но никто до этого не дотрагивался. Деньги по полу валялись и по ним ходили. Она их от юности в руки не брала. Понятно, что все это не могло понравиться новым богоборцам. Не вписывались, ну никак не вписывались они в сценарий новой жизни. В следующей серии мы подробно расскажем о Дуне, о ее келейницах, об их мученической гибели здесь, в этом селе, через которое мы постоянно проезжаем и не останавливаемся.